меня подписываются девушки, но мне это и приятно, кстати говоря. Привет. Александр, привет. Ова. Александр, спасибо. Все супер. Идем снимать денежку с карты. А я даже не знаю, где тут банкомат, если что. Александр, кого же ты админом был? Да я смотрю, ты всех админов знаешь. Всем доброе утро. Имя с фамилией. Здравствуйте. Здравствуйте, имя с фамилией. Как дела? Спасибо за подписку имя с фамилией. Момент есть. Пока тут у нас никого нету. Ова. Ова. И пошли дальше. Ой. Подписываемся на Пупсю, ставим лайки, колокольчики. Я знаю, что у меня красивые ножки. Затекли сегодня, я уснула непонятно как, они у меня затекли. У-у-у. Я подумала, что это ужас. Я туда шла, они сидели, я сюда иду, они сидят. Вы что, не работаете? Всем здравствуйте. Ой, ну скайпом, сейчас приеду на работу. Сяду, как возьму личные дела. Как начну их подписывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А потом мне скажут, что это все не твой, не так. Кем я работаю? Я учитель. Добрый день. На меня перекнула ворона. Я сюда иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, у нас на каждого ребенка есть свое личное дело. Блин, как тебе некомфортно? Просто ужас. Да, на первоклассников. Спасибо, Интерпол. Спасибо. По-моему, я иду правильно. Я здесь последний раз ходила. Ой-ой, когда? В 21-м году, по-моему. Приели, спасибо. Я не Питер. Спасибо, Интерпол. Всем здравствуйте. Мне, правда, надо вас переложить в другую руку, потому что это немножечко затекло. Ой, она тебе надо. Сейчас маленький ребенок знать должен больше, чем, не знаю, взрослый человек. Ой, господи, спасибо, Макс. Мне, кстати, очень повезло с учительницей. Может быть, поэтому я выбрала началку. Ну все, ну хватит. Спасибо большое. Не смущайте. Алис, спасибо за подписку. Я сегодня была очень хитрой. У меня очень сильно болит живот. Я могу быть твоим репетитором.
Привет, Женя. Я хорошо, ты как? У меня он тоже, не поверишь, плохой. Ой, спасибо за подписки. Короче, пупсы, открывай свою школу для взрослых детей. Блин, если я открою свою школу для взрослых детей, мне придется самой в ней учиться. Вообще без шуток. Ну, вы посмотрите на меня. Я взрослый ребенок. С ног до головы. С кончиков пальцев, да вообще до волосинки, до последней. Я бы тоже хотела, кстати говоря, учиться у себя. Вообще, блядь, женщина очень добрая, на нее можно вообще хуй положить. И играй вообще как хочется тебе самому. Здравствуйте. Это секрет. Я не говорю свое имя. Но все тут говорят мое имя, поэтому если ты будешь чаще заходить, ты узнаешь. Майкл. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо. А вот Иван. Почему тут нет нигде куфы? Вкусного. Это секрет. Потому что я не говорю. Марин, hola, my friend. Доброе утро, солнышко. Доброе утро. Ну, вы меня вообще распаливаете. На самом деле, я просто уже настолько преисполнила своем сознании. Гость, а я не знаю. Если бы я знала, я еще не все знаю. Я всего третий месяц. Поэтому. Надо кофе найти, вкусную штуку какую-нибудь, а потом вызвать такси, ехать на такси. Ой, Женя, спасибо за подписку. Жесть. Да нет, я бы могла и не на такси поехать. Мне типа вообще все равно. Мэрин, thank you so much, my friend. Они тебя пугают? Я думаю, таксисты? О, здравствуйте. Здравствуйте. А гости? Я думала, таксисты. А пароль у меня какой от карты? Ну, попробуем этот. Продолжить. О! Привет, я оттуда во где туда. День ему. Давайте бумажные. О, все, снялись. Делала. Думаю, блин, что зайду, не поймут. Со мной никто рядом не идет. Я говорю, я думала, ну тут есть камеры. Привет. Меня и тут, и там показывают. Популярная вообще.